Я провязала 6 рядов рапорта, и сейчас мне надо уже вязать отдельно перед и спинку. Но прежде чем разделить, мы с вами прибавим петельки для наших рукавчиков. У нас с вами рукав вот такой немного спущенный, и мы вот эти 6 петель прибавим. Прибавим мы с вами за 2 раза по 3 петельки. У нас с вами получится, что мы с одной стороны прибавляем по лицевой стороне, с другой стороны у нас получается по изнаночной стороне. Вот я провязала 7-й ряд. И сейчас я уже буду вязать отдельно. Для этого я петли спинки перенесла на дополнительную спицу. И ряд у меня довязан. И я прибавляю 3 петли. 1, 2, 3. Работу поворачиваю. И эти 3 петли первых я провязываю лицевыми петельками. 1, 2, 3. Так как у нас с вами вот эта обвязочка будет вязаться, я буду вязать платочной вязкой. Вот у нас с вами эти 6 петель платочной вязкой связаны. Поэтому я провязала сначала 3 петли. И уже здесь перехожу, как у меня смотрят петельки по рисунку. Так как мы сейчас с вами уже будем вязать не по кругу, то путанка у нас с вами вяжется так же, как и по кругу, над лицевой изнаночной, над изнаночной лицевую. А когда мы здесь у нас маленечко получается, нет, но также мы вяжем как по рисунку, над изнаночной изнаночную, над лицевую лицевую. Но так как у нас с вами сейчас уже будет изнаночная сторона, если мы здесь вязали, у нас постоянно была дорожка из 2 лицевых петелек, то сейчас, чтобы эта дорожка получилась, у нас по изнаночной стороне будут идти изнаночные петли. Но суть не меняется, то есть мы продолжаем вязать так же. Путанку мы вяжем над лицевой изнаночную, над изнаночной лицевую. Наш основной рисунок мы вяжем, как смотрят петельки. Так, я довяжу перед до конца, прибавлю с этой стороны 3 петельки, работу поверну, довяжу уже лицевой ряд по лицу, и также в конце работы прибавлю еще 3 петельки и по изнаночному ряду еще 3 петельки. И таким образом у нас с двух сторон получится прибавлено по 6 петелек. Я сделаю вот это прибавление и уже затем продолжу вязать прямо, но край у меня будет оформлен двойной кромочной петлей. И тогда у меня есть мастер-класс, как на двойная кромочная петля вяжется. Но я, когда вот выйду на эти 6 петелек, я покажу, как я это делаю. Я добавила по 6 петелек с двух сторон. Это вот с этой стороны и справа. И сейчас покажу, как я вяжу двойную кромочную петлю. По лицевой стороне мы с вами вяжем 5 петель лицевой петлей. Последняя у нас с вами идет кромочная. Поэтому я 5 петелек провязываю лицевыми петельками. 1, 2, 3, 4, 5. Кромочную я провязываю изнаночной. В начале ряда мы кромочную снимаем, а 5 провязываем также лицевыми петельками. Работу поворачиваем. Первую кромочную мы снимаем. Следующую кромочную мы снимаем также. Нить перед работой мы ее снимаем не провязанной. Просто с одной спицы на другую переносим. И следующие 1, 2, 3, 4. 4 петли мы провязываем лицевыми петельками. И у нас с вами получается 1, 2, 3, 6 петель, вот эти, которые мы с вами добавили. В конце ряда точно так же мы с вами провязываем 4 петли лицевыми. Затем предпоследнюю мы снимаем не провязанной с одной спицы на другую. Последнюю кромочную мы провязываем изнаночной петлей.
Итак, мы продолжаем с вами вязать до тех пор, как уже будем вывязывать горловину. Я довязала безрукавку до момента, где буду вывязывать горловину. По моей плотности это 16 рядов мне надо связать, поэтому я связала 3 раппорта, а 2 раппорта оставила, буду вывязывать горловину. Вот что у меня получается по моим расчетам. Вот я отметила эти 6 сантиметров, 16 рядов, и распределила следующим образом убавление. Я закрою 10 петелек сразу, затем 2 петли, 3 раза по 1, 1 ряд оставлю без убавления, потом 1 и еще последний ряд у меня будет 15 без убавления, и уже выйду на плечо. Таким образом я связала петли правой половины. Здесь у меня маркерами отмечено центральные 10 петель, которые мне надо закрыть. Поэтому я провязываю петли сначала до маркера. Маркер перекинула и вяжу следующие петли. Сейчас я буду вязать уже отдельно две половинки. Можно вот эти оставшиеся петельки убрать на дополнительную спицу или на ниточку, но я пока оставлю. Вот мои петли горловины, которые должны закрыть. Я работу поворачиваю и закрываю первых 10 петелек. Закрываю с помощью крючка. Вы можете закрывать с помощью спиц, провязывать 2 петли вместе. Я буду крючком провязывать 2 петли вместе. Закрываем мы все достаточно слабо, не надо туго закрывать, поскольку затем у нас с вами здесь будет обвязочка, и чтобы голова у малыша проходила свободно, надо закрыть немного слабо. Я закрываю. Последняя петелька у меня. Все. Вот они, 10 центральных петель. И теперь я довязываю изнаночный ряд до конца. Если вы хотите, чтобы у вас горловина была пошире и поглубже, вы делаете небольшие изменения и уже вяжете по своим расчетам, поскольку можно сделать и горловину побольше. Работу поворачиваю. И теперь мы с вами вяжем следующий лицевой ряд. Убавление у нас с вами будет только в лицевых рядах. Изнаночные мы будем вязать без убавления. Здесь у меня перемещение петелек. Я вывязываю жгут. Жгут я связала, и теперь также я довязала. Теперь до горловины. Теперь я последнюю петлю не провязываю, я ее снимаю для того, чтобы у нас линия закрытия была более плавной. Я просто вот петельку не провязанную на крючок. А следующую петлю я протаскиваю через эту петельку. Поэтому мы убрали с вами одну петлю, теперь еще вторую. Поскольку в этом ряду нам надо с вами убрать 2 петли.
Вот видите, такой плавный переход получается. Он не ступенчатый, а вот такой плавной линией. И теперь я уже опять изнаночный ряд продолжаю вязать. Мы сделали с вами еще одно убавление. Работу поворачиваем. И в следующем лицевом ряду мы смотрим, нам надо с вами убрать одну петельку. Не убрать, а убавить одну петельку. Я вяжу по рисунку. Убавлять я буду, провязывать 2 петли вместе. Я дошла до места убавления. Как правило, я убавляю не последние 2 петли перед кромочной, а вот у меня когда остается, например, кромочные 3 петли, значит, у меня получается 3-4 петлю я провязываю вместе лицевой. Одна лицевая и уже последнюю изнаночной. Вот у нас с вами мы убавили еще одну петлю. И таким образом я провяжу всю линию горловины. И петли, которые у меня останутся на спицах, я не буду их закрывать. Поскольку, когда я уже свяжу нашу спинку, я петли сразу же в процессе работы провяжу, и у меня получится шов. Мне такой способ больше нравится. Сейчас я вам покажу, как он выглядеть будет. Вот такая у нас будет линия шва. Поэтому я оставляю петли плеча открытыми, также оставляю петли плеча тоже открытыми по спинке и провязывая их вместе, у нас с вами получается, что мы сшиваем наши изделия. Вот по изнанке получается такой шов. Поэтому я свяжу сначала правую половинку переда, затем по такому же принципу убавления я провяжу левую половинку переда и оставлю петли открытыми. И уже мы с вами встретимся, когда я начну вязать спинку. Я связала перед до конца, петли оставила открытыми, они у меня на дополнительной спице. И теперь мне осталось вязать спинку. Спинку я буду вязать прямым полотном, узором путанка. Провяжу лицевой ряд, прибавлю 3 петли, затем сделаю прибавление еще раз, чтобы у нас с вами получились вот этот спущенный рукавчик, как и по переду. И так я продолжу вязать. Единственное, как я и говорила, что если здесь у меня получается, так, сколько у нас с вами, 34 ряда вместе вот с прибавлениями, я спинку сделаю подлиннее, провяжу лишних там 2 или 4 ряда, я посмотрю, или провяжу 36 или 38 рядов, для того, чтобы вот плотность, которая у нас идет в вязании по длине, сравнялась, и перед стала одинаковой длины, как и спинка. И когда я это уже провяжу, то покажу, как я сшиваю петли плеча с помощью крючка. Я связала всю спинку, и теперь мне осталось только присоединить перед и спинку. Для этого я свою работу поворачиваю наизнанку.
соединяю две детали и беру крючок. И теперь мы будем провязывать петельки с одной и с другой спицы. Снимаем с одной спицы, с другой, и провязываем их вместе. И так повторяем. С одной спицы, с другой провязываем вместе. Сшиваем не очень туго, но в то же время и не затягиваем петельки. Вот, то есть не то, что не очень туго и не очень слабо. А иначе у нас шов, если слабо будем закрывать вот эту петельку, например, очень сильно вытягивать, шов очень сильно потом растянется. Поэтому, как правило, я беру крючок того же размера, как и спицы. Если я вот вязала спицами четверкой, поэтому у меня и крючок размером четверка. И так я постепенно сшиваю наши детали. Сейчас я сошью, сразу покажу, как закрою горловину по спинке. Ну, то есть точно так же по прямой особо здесь трудностей не должно возникнуть. Если вам этот способ не нравится, можно просто взять, как обычно, например, закрыть край изделия, петельки эти закрыть и сшить с помощью иголочки. Это уже по вашему желанию. Это я вам просто показываю, как один из способов соединения двух деталей. И вот у меня последняя петелька. Я ее закрыла. И продолжаю закрывать только петли по спинке. Поскольку плечо мы уже с вами все сшили, и продолжаю я закрывать. Ну, принцип понятен, вот здесь у нас с вами получится. И сейчас я покажу, что на данный момент получается. Вот я выверну на лицо. Вот у нас с вами получилось наше плечо. Горловина, которую мы с вами вывязали попереду. По спинке мы с вами просто закроем. Закроем до тех пор, пока у нас с вами количество петелек не останется таким же, как попереду. В моем случае это 20 петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 петелек. Когда у меня останется на спице 20 петелек, я также выверну наизнанку, сошью свое плечо и ниточку оборву. И на этом моя безрукавочка будет готова. Я сошью вот эти здесь боковые швы, которые вот мы сделали с вами, это скосы, и постираю. Как правило, я сначала, например, сшиваю все швы, делаю обработку горловины, потом убираю ниточки, и только в конце своей работы я начинаю стирать. Но так как у нас маленечко, не у нас, я не знаю, как у вас, у меня вот за счет рисунка получилось вот такое какое-то полотно не очень ровное, и я вот когда вязала первую жилеточку, побоялась, что у меня горловина будет не очень выполнена аккуратно, поэтому я постирала, полотно у меня все выпрямилось. Вот я сейчас вам покажу, как после стирки
Вот, то есть после стирки у нас все это полотно выровнялось. И я уже в конце своей работы обвязала горловину. Поэтому я сейчас стираю, мое изделие сохнет, и уже я вам покажу, как я обвязывала горловину. Я постирала свою безрукавку, она у меня высохла. Теперь петельки все встали на свое место. И уже сейчас я буду делать обвязку. Прежде чем делать обвязку, я отметила середину спинки. И теперь с помощью крючка буду набирать петельки для наборного края. Для этого я ниточку, вот петельку достала, ниточку можно не закреплять. И теперь буду тамбурным швом набирать не набирать петельки, а прокладывать вот шов вокруг нашей горловины. Мы просто крючок насквозь нашего изделия, подхватываем ниточку и эту петельку протаскиваем через петельку, которая у нас уже была на крючке. Вот у нас получилась одна петля. И также в следующую петля достаем ниточку и протаскиваем ее через готовую петельку. Так постепенно у нас с вами вдоль нашей горловины образуется шов. Он у нас с вами практически незаметен. Сейчас я покажу на небольшом участке с помощью других ниточек, чтобы более понятно было. Покажу, например, на примере горловины попереду. Также первая ниточка, и мы с вами прокладываем шов. Сейчас я одну петельку. Вот такой шов у нас с вами получается. По лицевой стороне цепочка, по изнаночной вот такой шов. И теперь я вдоль всей горловины проложу тамбурный шов. У меня готов шов по всей горловине. И сейчас я буду уже набирать, чтобы вязать резинку. Я буду набирать на спицах 3,5 меньшего размера. Вот мои спицы. Чтобы набрать петельки, здесь можно двумя способами. У нас с вами, как я показала, по лицевой стороне образовывается цепочка. Можно, подхватывая за обе дольки, и петельку мы достаем вот так за обе дольки, петельку. Если вам не очень удобно, можно с помощью крючка, большой роли нет. Мы просто подхватываем и петельку и одеваем ее сразу на спицу. Можно таким образом. Но мне больше нравится, как вот у меня здесь проложен шов. Я прокладываю за одну дольку. И поэтому по краю горловины образуется вот наподобие строчки. Поэтому я прокладываю за вот верхнюю долечку. Подхватываю ниточку и достаю петлю. Вот у нас с вами получается вот этот шов остается из нижней дольки нашей цепочки, а по верхней дольке у нас с вами образуется петельки.
я наберу все петли и уже на этих петельках буду вязать резинку один к одному. У нас она получается, когда мы чередуем провязывание одной лицевой и одной изнаночной петли. И так я свяжу на нужную мне высоту. У меня получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 рядов. Я провяжу 7 рядов. И уже вот край работы я буду закрывать итальянским способом. То есть, когда я провяжу, я покажу, как я его буду выполнять. Я связала 7 рядов резинки серым цветом и один ряд розовым. Меня очень часто спрашивают, вот количество петелек, которые получается при обвязке горловины. Я вот, например, посчитала, у меня в данном случае получилось 68 петель. У вас, конечно, может получиться другое, если вы вяжете более плотно или более слабо. Но хочу обратить ваше внимание, вот как делаю я. Я отмечаю середину спинки и середину переда. И также у нас здесь плечевые швы. И вот также навешиваю эти здесь маркеры. И когда набираю петельки, после того, как наберу петельки, я обязательно пересчитываю. Чтобы у нас было одинаковое количество по переду, вот значит вот по этой половине и по этой, и также по спинке. Поэтому пусть у вас будет количество разное, может быть отличаться от моего, но тем не менее, чтобы петли были набраны все равномерно, а не получилось... Если, например, у вас количество будет различное, то резинка у вас будет немного смещена, и поэтому изделие будет уже не так аккуратно выглядеть. Как я и сказала, я провязала еще 7 рядов серым, серой пряжи и один ряд розовой. Вот у меня осталось 2 петельки. И нам осталось, прежде чем закрыть, так как я буду закрывать итальянским способом, нам 2 ряда надо провязать полой резинкой. Полую резинку мы с вами вяжем, если при прямым и обратными рядами. Это одну петельку лицевую снимаем, изнаночную, петлю лицевую провязываем, изнаночную снимаем не провязанной, нить перед петлей. При круговом вязании здесь небольшое изменение. Первый ряд мы точно так же вяжем. Провязываем одну лицевую, изнаночную петельку снимаем, нить перед работой, лицевая, изнаночную снимаем, нить перед работой. И так я провяжу ряд до конца. Я ряд довязала до конца. И сейчас следующий ряд. Мы с вами здесь будем вязать следующим образом. Лицевую петлю мы с вами снимаем, нить за работой. Следующую петлю провязываем изнаночной. Лицевую снимаем, нить за работой, изнаночная петля. И так мы с вами свяжем весь наш ряд. Вот что у нас с вами получается. 2 ряда полой резинкой у меня готовы, и теперь я буду уже сшивать, закрывать край с помощью иголки. У меня есть подробный мастер-класс, я вам оставлю ссылочку, вы можете посмотреть и там увидите более подробно, как это все делается, но я вот покажу начало работы. Первая петелька у нас лицевая, мы ее закрепляем, и теперь у нас с вами следующая изнаночная петля. Изнаночную петлю мы иголочку вводим слева направо, ниточку пока не снимаем, через закрытую лицевую петельку и иголочку и следующую лицевую мы вводим нашу ниточку
И следующий раз через изнаночную. Вот у нас с вами. И теперь мы уже изнаночную петельку можем снять. Так, изнаночную, да, и вот лицевой можем снять. И уже повторяем. У нас с вами изнаночная петля, но когда мы с вами вязали, у нас петельки немного перевернутые получаются. И чтобы получился шов более аккуратный, мы предварительно изнаночную петельку, я вот ее снимаю и вот так поворачиваю. У нас получается передняя долька вот здесь перед нами. И мы опять повторяем. Иголочку вводим слева направо. Затем иголочку вводим сначала в одну лицевую петлю, в другую лицевую петлю. Здесь уже у нас иголочка идет справа налево. И уже только через изнаночную. Также справа налево. И эти две петельки мы с вами снимаем. Петельку перевернули изнаночную и повторяем. Иголочку вводим через изнаночную слева направо, затем через две лицевые петли справа налево и через одну изнаночную также справа налево. И вот у нас с вами получается такой край. И так мы с вами закроем весь край. И можно немного будет отпарить резинку. И на этом жилеточка будет уже готова полностью. Я закрыла весь край, убрала ниточки. Ниточки очень легко убираются вот в полую резинку. Аккуратненько я вот здесь их иголочкой спрятала. И вот такая жилеточка у меня уже готова. Поэтому вы можете связать такую же на любой возраст и вашему из любой пряжи. Пряжа подойдет совершенно любая. Вам единственное надо будет сделать соответствующие расчеты под вашу пряжу и под плотность вашего вязания. Ну вот, по-моему, на этом и все. До свидания, мои дорогие. До новых встреч.